Вы смотрите видео об отеле Байвью. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Байвью расположен в стране Мальта в регионе Слима и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Адрес отеля – 143 за Стрэнд Слайма. Отель удобно расположился на живописном променаде рядом с песчаными пляжами. Неплохие условия размещения, приветливый персонал, обслуживание на среднем уровне. Хороший вариант для экономичного семейного отдыха. На территории отеля имеются рестораны, круглосуточный бар, гостиная с баром и телевизором, открытый бассейн с солнечной террасой и шезлонгами апрель-октябрь, игровая комната, библиотека, интернет-кафе, небольшой тренажерный зал, сауна, конференц-зал для 40-50 человек, парикмахерская, закрытый бассейн с детской секцией. В номерах есть 135 номеров, 99 апартаментов. В номерах ванная комната с ванной или душем, телефон, кондиционер, вентилятор под потолком, сейф за док. Плата спутниковое телевидение. За дополнительную плату в отеле имеются номеры с балконом и боковым или прямым видом на море. Второй корпус отеля, расположенный в 100 метрах от первого, имеет студии, одно- и двухспальные апартаменты. Номерной фонд отеля состоит из в отеле 137 номеров различной категории: Twin Inland Room, Twin Side Sea View Room, Twin Sea View Room, Studio Apartment Inland, One Bedroom Apartment Inland, One Bedroom Apartment Sea View, Two Bedroom Apartment Inland, Two Bedroom Apartment Sea View, Three Bedroom Apartment Inland. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть для занятий спортом, фитнес-зал. Для детей есть игровая комната, бассейн. Нет. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Thank you.